Для того, чтобы заменить москитную сетку в рамке пластикового окна, сначала нам необходимо демонтировать старую москитную сетку. Для этого находим край уплотнительной резинки, подтягиваем ее чем-нибудь и убираем вот этот вот шнур. Полностью по кругу его вытаскиваем. Вот у нас сетка москитная старая достается. После того, как старая москитная сетка с рамки убрана, поверх рамки накладываем кусок новой москитной сетки. И при помощи отвертки или какой-нибудь пластинки металлической начинаем вкладывать в паз шнур, который мы вытаскивали, чтобы демонтировать москитную сетку. Вот примерно таким вот образом. Шнур в паз уложили. Получились у нас так излишки москитной сетки. При помощи канцелярского ножа так вот аккуратненько по краю излишки сетки мы срезаем полностью по всему периметру рамки. После того, как излишки москитной сетки убрали, все. Вот. Получилась у нас такая рамка с москитной, снова москитной сеткой. Сетку можно ставить на окно.